Приветствую вас на канале «Час ремонта». В этом обзоре расскажу про водонагреватель Electrolux Citadel EWH3080. Подпишитесь на канал и активируйте колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. О лучших ценах и актуальном наличии вы узнаете из подборки ссылок. Ее оставлю в описании. Буду рад вашей поддержке, комментируйте видео и ставьте лайки. Водонагреватель Electrolux EWH Citadel имеет компактные размеры и устанавливается вертикально. Благодаря суперплоскому корпусу водонагреватель можно установить даже в небольших помещениях. Водонагреватель Electrolux EWH Citadel создан для того, чтобы вам не приходилось жертвовать комфортом. Внутренний бак прибора выполнен из нержавеющей стали Inox Plus Technology с высоким содержанием легирующих элементов, хрома и никеля, что обеспечивает дополнительную защиту от коррозии. Надежность прибора подтверждает гарантия на внутренний бак 7 лет. За долговечность водонагревателя отвечает нагревательный элемент из высококачественной меди и наличие эко-режима, при котором вода нагревается до 50-55 градусов и происходит ее термическая обработка и снижается вероятность образования накипи. Прибор работает в широком температурном режиме. С помощью удобной механической панели управления вы можете выбрать любое значение от 30 до 75 градусов, активировать функцию быстрого нагрева или половинной мощности. Кроме того, Citadel обладает индикаторами нагрева и работы, чтобы вы самостоятельно активировали уровень температуры и состояние прибора. Также прибор оснащен многоступенчатой системой безопасности. Защита от перегрева. Защита от избыточного давления. Защита от утечки электрического тока. Защита от коррозии посредством магниевого анода. Поскольку водонагреватель использует для подогрева электроэнергию, но при этом работает с водой, которая является одним из лучших его проводников, устройство защитного отключения необходимо для того, чтобы спокойно использовать прибор, не боясь поражения током. В случае любой неисправности, которая может к этому привести, УЗО просто отключит питание. Проанализировав отзывы, я выделил основные негативные и позитивные моменты. Сейчас поделюсь с вами. Начну с отрицательных. Короткие и очень толстые анкера в комплекте. Короткий провод к УЗО. Теперь перейдем к положительным. Крепеж и предохранительный клапан. Эко-режим. Быстрый нагрев. Классический внешний вид. Отличная форма. Хорошо держит тепло. Яркий светодиод. Очень легкий. Приятный пластик. Обратная связь важна для меня, поэтому поддерживайте канал лайками и комментариями. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Чтобы не пропустить новый обзор, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. До скорой встречи на канале «Час ремонта».